друзья, мы готовы к новой тренировке. Прокачаем все тело и мотивацию. Помните, что 10 участников, которые добьются лучших результатов марафона, получат крутые призы. Вам предстоит выполнить фулл-бади тренировку на все группы мышц. 15-минутная ходьба в среднем темпе на беговой дорожке от Ямагучи. Отличный вариант разогрева перед основной нагрузкой. Если вы готовы, то мы начинаем. Поехали! В этой тренировке у нас 13 упражнений. 40 секунд работаем, 10 отдыхаем. Первое упражнение – лодочка в статике, плюс сгибание рук с лентой, плюс лодочка в статике, сгибание рук. Выходим в статическую лодочку над полом. Ноги остаются на полу, руки вытянуты, лента натянута, руки напряжены, чувствуем мышцы рук. Затем выполняем сгибание и разгибание в локтевом суставе, удерживая руки в параллели с полом. Приготовились. Начали. Прогиб, лодочка, тяга груди, вытяжение рук и в исходное положение возвращаемся. Держим темп. Максимально в этом упражнении стараемся проработать мышцы спины и поясничного отдела. Напрягаем также ягодицы, ноги вытянуты, лопатки максимально сводим. На выдохе тяга, на вдохе возврат. Держите темп. Старайтесь не торопиться, максимально напрягая на самом деле все группы мышц. Стоп, отдыхаем. Следующее упражнение. Тяга к поясу с лентой с положения стоя. Стопы чуть шире таза, лента расположена под стопами. Удерживая край ленты, выполняем тягу к поясу на выдохе, на вдохе возвращаем руки в исходное положение. В версии без дополнительного оборудования после имитации тяги переводим руки в параллель с полом. Приготовились, будьте внимательны. Поехали. Работаем в этом упражнении, стараясь максимально соединить лопатки. Сохраняем естественный прогиб поясницы. Еще раз, если вам тяжело выполнять это упражнение, вы можете взять либо более слабую ленту, либо работать так же, но без лент, либо с отягощением гантели, либо бутылки с водой. Старайтесь держать темп. Не забываем, что с любой усилием мы с вами делаем выдох. Выдох – тяга, вдох – возврат в исходную позицию. Отдыхаем. 40 секунд поработали, 10 отдохнули. Следующее упражнение – ягодичный мостик на одной ноге. Ягодичный мостик на одной ноге. Во время выполнения упражнения весь акцент на опорной ноге, вторая выступает как стабилизатор. Отрываем таз на выдохе, поднимаем, на вдохе плавно возвращаемся. Приготовились. Поехали. Поднимаем максимально таз вверх, максимально напрягая ягодицы и возвращаемся в исходную позицию. 3-4. И оп. Опускаем таз. Не забываем, что в этом упражнении мы также работаем 40 секунд и 10 секунд отдыхаем. Старайтесь в этом упражнении максимально соединить лопатки и вывести таз максимально в самую верхнюю точку. Держим темп. Одна нога в опоре, вторая на пятке. Не забываем. Стараемся держать темп. Выдох вверх, вдох вниз. Отдыхаем. И поменяли ногу. Вверх. И вниз. Выдох вверх и вниз. Одна нога в опоре с полной стопой, вторая нога на пятке. Выходим на лопатки.
Это упражнение на самом деле не такое сложное, но если вы будете максимально напрягать мышцы ягодиц, то, естественно, вы почувствуете хорошую нагрузку. Сжимайте ягодицы как можно сильнее. Отдыхаем. Следующее упражнение. На выдохе выполняем подпрыгивание в потолок, возвращаем ладони в пол и в соскоке откидываем ноги назад. Важно сохранять поясницу ровной, а пресс напряженным. Старайтесь сделать это упражнение очень качественно. Приготовились? Поехали! И подъем вверх. Таз назад, выброс ног, подъем вверх. Да, смотрите, если вам в этом упражнении совсем легко, вы просто добавляете максимальную амплитуду, старайтесь максимально выпрыгнуть вверх и хлопнуть над головой ладонями. Да, это упражнение полуберпи, я его называю так. Стараемся выполнять это упражнение качественно. Выпрямляемся полностью, но если вам совсем тяжело, то вы можете выполнять его со слегка согнутыми коленями. Стоп, закончили. 10 секунд отдыхаем. Следующее упражнение – разведение ног с пружиной по 3. Разведение ног с пружинкой. Лежа на спине, разводим ноги и пружиним 3 раза, затем возвращаемся в исходное положение. Посмотрите внимательно на упражнение. 3 пружинки, возврат в исходную позицию. Приготовились. Поехали. 3, 2, 1, возврат. Также 3, 2, 1, возврат. В этом упражнении сохраняем нейтральное положение тела, стараемся максимально, кстати говоря, прижать поясницу к полу. Здесь вы почувствуете растяжение внутренней поверхности бедра, также напряжение и почувствуете ягодичные мышцы. Стараемся держать темп. Это упражнение выполняется без оборудования, но на самом деле, если вам будет совсем легко, вы можете работать с резиновым амортизатором, можно даже с утяжелителем. Закончили. Следующее упражнение – ягодичный мостик лежа на животе. Отрываем бедра. Работаем дальше. Исходное положение – лежа на животе, сгибаем ноги в коленном суставе. Колени раскрываем широко в стороны. Стопы соединяем наверху. На выдохе отрываем переднюю поверхность бедра от пола, напрягая ягодицы. Оторвали и опустили. Да. Приготовились. Начали. Подъем, максимально напрягая ягодицы. Да, здесь будет напрягаться также поясничный отдел, квадратная мышца поясницы. Ладони у вас находятся друг на друге и подбородок опущен на эти ладони. Максимально стараемся вытянуть ноги вверх в потолок, тем самым произойдет сильное напряжение в ягодичных мышцах. Здесь вы также почувствуете заднюю поверхность бедра, так как идет сгибание в коленном суставе. Не забываем, что на выдохе мы толкаем, на вдохе расслабляем. Стоп! Следующее упражнение – перевод ног с ленты на стопе. Исходное положение – располагаемся на предплечьях, одну ногу ставим на пол. Поднимаем исходную позицию на локтях, вытягиваемся. Будьте внимательны. Отрываем одну ногу, вторая согнута. Подъем ноги вверх и опускаем ногу вниз. Приготовились?
И начали. Подъем ноги вверх и вниз. В этом упражнении мы с вами будем чувствовать нашу переднюю поверхность бедра и мышцы голени. Ну и, естественно, будет работать, конечно же, сгибатель бедра. Стараемся это упражнение выполнять на выдохе вверх, на вдохе вниз. Как вариант, можно выполнять это упражнение без резинового амортизатора. Но это если вам совсем-совсем тяжело. Старайтесь сохранять ровную спину, это очень важно. Сейчас мы работаем на одну ногу по 40 секунд. 10 секунд отдыхаем и идентично на вторую также. Стоп. Смена ног. Поменяли амортизатор. Прижали одной ногой. Делаем хорошее качественное сгибание. Стараемся держать рабочую ногу в прямом положении. Опорная нога согнута. И прижимает резиновый амортизатор. Держим темп. Не забываем дышать. На выдохе нога уходит вверх. На вдохе возвращается вниз. Это упражнение на самом деле не такое сложное, если его выполнять без резинового амортизатора. Но желательно делать с оборудованием. Стоп! Закончили. Следующее упражнение. Выполняем бег на месте с высокими коленями, стараясь коснуться коленями до ладони. Ладони вытянуты перед собой. Колени поднимаем вверх. Отлично, все увидели. На счет 3-4 начинаем. 3-4, поехали. Итак, мы с вами здесь будем также работать 40 секунд, 10 секунд отдыхаем. Итак, бег с высоким подниманием бедра. Максимально коленями тянемся к ладоням. Держим темп. Стараемся дышать равномерно и произвольно. Чем выше колени, естественно, тем лучше, так как пульс наш поднимается, увеличивается нагрузка. Закончили. Следующее упражнение – жим с лентой стоя на коленях. В исходном положении располагаемся на коленях между ладонями, растягиваем ленту. На выдохе выполняем жим. На вдохе возвращаем руки в исходное положение. Вариации без оборудования выполняем аналогичные движения жиму, одновременно разворачиваясь в талии. Так, приготовились. И начали. Сгибаем, разгибаем, растягиваем резиновый амортизатор. И держим темп. Отлично. На выдохе идет тяга. На вдохе возврат. Выдох, тяга, вдох, возврат. Старайтесь резиновый амортизатор максимально растягивать в стороны. Тем самым, опуская лопатки вниз, ближе к пояснице, напрягая, кстати, сильно мышцы спины и пресса. Стабилизируемся в этом положении на колени. Стоп, закончили. Следующее упражнение – растягиваем ленты на трицепс из-за головы, плюс хлопок над головой, плюс мини-отжимание. Располагаем ленту за спиной, встаем на нее пятками, руки над головой, локти смотрят в потолок, лопатки собраны, плечевой сустав неподвижен. На выдохе разгибаем руки в локтевом суставе, сохраняя центр неподвижным. На вдохе возвращаемся в исходное положение. Если чувствуете напряжение в пояснице, слегка можно смягчить колени, подтянуть пупок и еще больше вытянуться макушкой наверх. Для тех, у кого нет ленты, можно использовать альтернативное упражнение.
Поехали. Разгибание в локтевом суставе, возврат в исходную позицию. В этом упражнении стараемся максимально вытянуть руки вверх, точнее разогнуть локтевой сустав для того, чтобы полностью выпрямить руку. Здесь мы почувствуем напряжение в мышцах трицепса. Стараемся сохранить нейтральное положение тела. Колени слегка согнуты, об этом мы тоже не забываем. Максимально напрягаем мышцы пресса. Стараемся сохранить мышцы спины в естественном прогибе поясничного отдела. Держите темп. Не забываем про дыхание. Выдох вверх, вдох вниз. Закончили. Молодцы. Следующее упражнение – тяга к поясу с лентой. Последнее упражнение нашей тренировки. Сидим на коврике в исходном положении, стопы на ширине таза, слегка сгибаем колени, захватываем лентой стопу, собираем лопатки, раскрываем грудную клетку и вытягиваемся. Далее на выдохе подтягиваем запястье ближе к поясу, локти направлены назад. Если вы выполняете упражнение без дополнительного оборудования, то из того же положения сидя, держим центр ровным, ладони подтянуты к поясу и переводим руки в потолок, затем снова к поясу и наверх. Поехали. Тяга и вытяжение рук вперед. Тяга, вытяжение рук вперед. Максимально сводим лопатки в этом упражнении. Стараемся плечи не подтягивать к ушам. Опускаем, наоборот, плечи вниз. Держим ровную-ровную спину так, чтобы от копчика до макушки проходила одна прямая линия. Если вам легко выполнять это упражнение, вы можете взять амортизатор чуть посильнее. Не забывайте про дыхание, как всегда. Делаем тягу, выдох. На вдохе возвращаем руки в исходную позицию. Тяга. И возврат. Стоп! На этом наша тренировка подходит к концу. Не забудьте сделать заминку и, конечно, массаж, чтобы восстановить мышцы. Увидимся на следующей тренировке.